Где взять деньги на оплату воды? Этот вопрос вывел на митинг жителей Марганца Днепропетровской области. Один куб здесь стоит 32 гривни. Такие цифры увидели люди, получив новые платежки. Жители устроили акцию протеста. Услышали их или нет, расскажет Елена Миндалюк. Местные жители собрались возле горводоканала. Требуют объяснений, почему у них вода самая дорогая в Украине. 32 гривни за куб. Такой тариф установлен с 15 апреля и указан в платежках, которые получили люди. За последний месяц мы заплатили по новому тарифу 420 гривен. За что я должен платить? Что? Ну, золотая вода, пить с крана воду нельзя. Перекипяченная вода жесткая. Участники акции возмущены. Платить по таким космическим тарифам не в состоянии. И вспоминают, в 2009-м куб стоил 3 гривни, теперь 32. Люди возмутятся до такой степени, что по кирпичику разберут горводоканал. Я вам гарантию даю. Ну разве можно? Ну в одних 10, а в нас 30. Пенсии не хватает. На двери водоканала объявление о том, что оплату принимают сегодня до 3 дня. Уже через час, когда собрался митинг, здание, похоже, опустело. Сотрудники не выходили, входная дверь заперта. Люди пытались докричаться через рупор безрезультатно. Не смогли попасть в здание и мы. Почему в городе такие высокие расценки на воду? Чиновники нам ответить не смогли. Мол, о повышениях сами узнали из интернета. Сейчас водоканал находится на балансе области, и чиновники решают вопрос о передаче его в собственность города. Это минимум месяца 3. Почему? Потому что нужны будут акты приема передачи. Их нужно будет утверждать на сессии. Это процедура. Если предприятие перейдет в коммунальную собственность города, то да, мы будем стараться привести тарифы к тому уровню, на котором они сейчас у нас перед повышением находились. Обещаниям чиновников люди не верят и говорят, что платить по 32 гривни не будут. У меня таких возможностей нет. У меня нету. У меня пенсия 1400. Все. И пенсии у нас в среднем, ну, 1300. Ужас. Ну, это не мыться, не стираться, не купаться. Ну, что это такое? После митинга люди собрали подписи под резолюцией с требованием вернуть прежнюю стоимость воды. Документ, говорят, передадут в областную администрацию. Елена Миндалюк, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер. Днепропетровская область.